Если вы не знаете, что написать в разделе «Обо мне», то попробуйте написать следующую фразу. Если вы внимательно прочитали мое резюме, то приглашение на собеседование начните со следующей фразы. Уважаемый Иван Иванович, мы внимательно ознакомились с вашим резюме и готовы завтра вас пригласить в наш офис, чтобы подписать трудовой договор на ваших условиях.